Ветреная погода не стала преградой на пути преображения города. Жительница Самары Татьяна Ибрагимова отложила все субботние дела и вышла на уборку сквера рядом с губернским рынком вместе со своим ребенком. Чтобы дышать чистым воздухом, потому что после зимнего периода очень много мелкого мусора, листва, вот, например, как сегодня в сквере. Чтобы убрать территорию, где люди будут отдыхать, гулять с детьми, чтобы было чисто, красиво. Взяла в руки грабли и глава Ленинского района Елена Бондаренко. На уборку общественных территорий вышли более 2000 жителей района. Это сотрудники управляющих компаний, организаций и жители домов. Участники субботника убирали мусор, прошлогоднюю листву, проводили санитарную обрезку деревьев. Необходимый инвентарь предоставляет администрация района. Его привозят на место уборки по заявке. Действительно, сразу можно увидеть результат своего труда. Потому что счастье приходит только туда, где порядок и чистота. Все это прекрасно мы понимаем, и многие люди действительно с удовольствием и сами принимают участие, и детей привозят. Сквер у губернского рынка был благоустроен в 2018 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Жители Самары сами решают, какие общественные пространства преобразятся. В Ленинском районе в голосовании участвуют сквер Монастырского, сквер Пушкина и бульвар на улице Чернореченской. Он находится на территории железнодорожного района и граничит с Ленинским. Мы и раньше участвовали, и сейчас участвуем. И вся наша семья, мы даже немножко разделились. Кто-то голосует за бульвар Чернореченский, а кто-то за сквер Пушкинский. Рейтинговое голосование на платформе 63.городсреда.ру до 31 мая. В голосовании участвуют 20 территорий по всей Самаре. Пространство победителя преобразятся уже в следующем году по нацпроекту «Жилье и городская среда». Светлана Тимофеева, Петр Паламеев. События.